Всем привет, мы на канале Спектрум, и это шоу «Спектр Ум», где кальянные мастера соревнуются в эрудированности с приглашенными гостями из разных профессий. И сегодня у нас в гостях бренд-шеф компании Спектрум, кальянный мастер твоей мамы. Меня зовут Макс. Я бренд-шеф компании Spectrum, занимаюсь кальянами и сосу шланги уже 12 лет, как говорится, развиваю индустрию. И также наш приглашенный гость, тату-мастер Арчи. Расскажи о себе. Всем привет, меня зовут Арчи, я татуировщик Санкт-Петербурга, 812, там все дела, работаю в Голди Тату. И вы можете найти меня в инстаграме под ником Узи Тату. Узи-пузи. А теперь к сути шоу. Нашим участникам предстоит ответить на вопросы школьной программы. Участникам задается общий вопрос, отвечает тот, кто быстрее нажмет на красную кнопку. Если вы отвечаете неправильно, ход переходит сопернику. Если мы вместе как-то нажмем? Ну, типа не я. Я вас рассужу в такой ситуации. Хорошо. Попробуем вместе. Давай. Давайте проверим, сможет ли Максим отстоять честь всех кальянных мастеров и называть себя действительно самым умным. Итак, первый раунд. Первый вопрос. Сколько материков существует на Земле? Арчи? 6. Абсолютно верно. Второй вопрос. То есть это был легкий вопрос? То есть это легкие вопросы, нормально. Второй вопрос. Как звали последнего российского императора? Николай? Верно. Докрути. Второй. Абсолютно верно. Ты жестко. Вот это не. Погоди, стой. Говорили, что будут легкие вопросы, как будто бы это чисто не. Так это же легкие, это же школьные вопросы. Это еще только начало, да? Третий вопрос. Назовите процесс превращения гусеницы в бабочку. Опа. Гусеница что? Трансформация? К сожалению, нет. Нет, она же вылупляется. И это тоже неправильный ответ. Правильный ответ – метаморфоз. Не, ну типа... Ну это да, ты гонишь, у меня даже образования нету. Я не знаю, как отвечать на такие вопросы просто. Ну в доту не играл, там есть Треблейд, и он как раз таки... Одна из скиллов – это метаморфоз. Четвертый вопрос. Между какими странами была русско-японская война? Россия, Япония. Нет. Че? К сожалению, неверно. Потому что России не существовало в том... Это была Российская империя, и поэтому правильный ответ – Российская империя и Япония. Так, значит, да? Ладно. Ну ладно. Пятый вопрос. Как называют жителей города Кисловодск? Кисловодчане? Абсолютно верно. Погоди, что я рандомно сейчас это сказал. Это действительно так? Да. А есть кто с Кисловодска? Реально, может подтвердить эту информацию? В комментариях, пожалуйста, напишите, реально кисловодчане зовут или как? Шестой вопрос. Сколько четных натуральных делителей у числа 4? Два. Абсолютно правильно. Бать. Я так неуверенно это сказал. Я не знаю. Вам? Я просто наугад сказал. Но зато правильно. Седьмой вопрос. Что коллекционируют филокартисты? Кто? А, карты? Нет. Арчи? Дай подумать. Есть, можно? Да, а конечно, можно позвонить. Никуда не трогаемся. А можно там? Филокартисты. Другу позвонить, что-нибудь. Филокартисты, позвони по-братски, да? Алло, брат, что ты коллекционируешь? Филокартисты. Ну давай, подсказку я сдаюсь стопудово. Либо подскажи что-нибудь. Ты не отвечаешь. Правильный ответ – открытки. Итак, восьмой вопрос. Для какого певческого голоса написана партия Наташи в опере «Война и мир»? Есть произведение «Война и мир». Да ладно. Алла Пугачева. Ты знал? Реально? Есть, значит...
такой певческий голос, как Алла Пугачева. Ну да. Понял. Есть еще певческий голос. Тимати, Баст. Подожди, стой. Нет, если Каста, Баста. Что значит певческий голос? Я тоже не понимаю. Типа, ну условно, это Соловей? Ну да, типа, объясни хоть певческий голос. Типа, что это вообще? Тональность. Типа фальсет? Типа, только другое. Ага. Ну что еще есть? Нажми кнопку. Скажи Да я кроме баритон. Фальсета ничего не... Ну, баритон, кстати, да. Я не знаю, напиши... Ну, нажимай, я уже нажал. Ну, ты же мужской. Типа. Ладно, не баритон. Но кто там еще? А какие там еще есть голоса? Не знаю, не знаю. Ну, я точно не отвечу на этот вопрос. Стопудово. Я себя знаю, типа. Ладно. Писклявый. Отличный вариант ответа, но неправильный. Ответом является сопрано. А, как клан сопрано, типа. Последний вопрос этого раунда. Как звали мифического царя, который заточил Дедала и его сына Икара в лагерь? Блядь. Минос? Это абсолютно правильный ответ. Поздравляем. Итак, по итогу нашего первого раунда ведет Арчи со счетом 3-2. А теперь мы переходим к нашим блиц-раундам. Их суть заключается в том, что каждому участнику будут задаваться по 6 вопросов. Отвечать нужно быстро, кратко и желательно правильно. Я не думаю. Это у тебя отлично получается. Кто хочет начать первым? Первые ножницы. Подожди. Первые ножницы. Дальше уже рандом. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Это колодец. Я выиграл. Хорошо. Максим начинает первый. Да, это был первый колодец. Давай, погнали. Итак, первый вопрос. Какой элемент есть у тату-машинки и у удочки? Игла? Неправильно. Самый популярный язык в мире? Английский. Неправильно. Третий вопрос. Что нужно сделать, чтобы колен не булькал? Одеть диффузор. Абсолютно верно. Или надеть. Кто написал роман «Великий Гэтсби»? Эркюль Пуаро. Почти правильно сказал, да? Неправильно. Назовите родину футбола. Бразилия. Неправильно. Кто в литературном произведении впервые подковал блоху? Я не помню. Гоголь. Неправильно. По итогам первого блиц-раунда Максим набирает 1 очко. Но я бы не поздравлял его так. Арчи. Угу. Погнали. Итак, первый вопрос. Самое соленое море? Соленое море? Самое? Блядь. Ладожский залив. Они же все соленые, нет? Окей, дальше. Родина известного сказочника Андерсена. Голландия. Германия. Неверно. Какой раздел физики изучал Альберт Эйнштейн? Блядь, не, давай дальше. Я не смогу вспомнить сейчас это слово. Ну, точно не квантовая физика, да? Точно нет. Четвертый вопрос. Шахматная фигура, которую не может заменить пешка. Подожди. Шахматная фигура, которую не может заменить пешка. Король? Да. Именно. Хотя бы один, знаешь, уже не позорно, типа, Сколько лет длилась так называемая столетняя война? 100 лет. Неверно. Самое глубокое в мире озеро? Байкал. Верно. Итак, по итогам второго блиц-раунда Арчи набирает 2 очка. Как две руки ее. Руки как мачете. Глаза как дуло пистолета. Ладно, у меня всего лишь 1 очко. По итогам 2 раундов ведет Арчи со счетом 5-3. По многочисленным просьбам мы объявляем музыкальную паузу. К сожалению, у нас бюджет ограничен, поэтому мы продолжаем. И мы переходим к супер-раунду. Первый вопрос. Что такое же огромное, как слон, но не весит ничего?
Облако. К сожалению, нет, Арчи. Воздух. И это неправильный ответ. Правильный ответ – тень слона. Чё? Опять вот эта штука, как с кальяном. Типа, да-да-да. Второй вопрос. Какое слово в словаре написано неправильно? Слово в словаре, которое написано неправильно. Понятия не имею. Слово неправильно. И это совершенно правильный ответ. Или неправильно. Я уже понял логику просто этих вопросов на самом деле. Ребята, мозг. После этого я задам ему вопрос. Третий вопрос. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? Вызвать дурку. И это тоже неправильный ответ. Правильный ответ – переходить дорогу. Зеленый человечек на светофоре. Я понял. Короче, по логике мы тоже проигрываем, ну ладно. Ничего страшного. Четвертый вопрос. За что обычно учеников выгоняют из класса? За дверь. И это правильный ответ. Йоу. Фига. Пятый вопрос. По какому пути еще никто никогда не ходил и не ездил? По непройденному. Неправильный ответ. Давай подумаем, какой есть путь, по которому никто не ходил, не ездил и, к сожалению, не поедет и не покатится. Фух. Так. Ладно, время вышло, ответа не поступило, и это Млечный путь. Шестой вопрос. Самый большой орган человека. Мозг. Неправильно. Кожа. И это совершенно верно. Это единственный вопрос, который я знаю. И по итогам финального раунда Арчи набирает 1 очко против 2 очков Максима. Мощь, сила, кальяны, шланги. Интеллект. Справедливо. По итогам игры счет 6-5 в пользу Арчи. Поздравляем. Спасибо. Я... Давай 5 просто. Просто 5. Я оказался... Касал, поздравляю. На самом деле вопросики были на втором раунде самые такие. Арчи, хочу тебя поздравить с победой. На самом деле это было прикольное такое соревнование. И я хочу тебе подарить наш блогер-бокс, в котором находятся наши последние новинки. Это Bright Cola и Berry Muffin. Ну и, конечно, здесь запрещеночка, бутылочка колы в стекле. Кстати, ее можно не пить, а потом отдать своим детям, чтобы они ее купили. Держи, поздравляю. Спасибо, бро. Ну, мне что-то как-то стыдно просто так подарки принимать. Я... В ответ хочу подарить вашим подписчикам сеанс татуировки у меня. Вот. Для этого напиши что-нибудь в комментарии, короче, и там выберут самый лучший, и по-любому кто-то выиграет. Я даже не буду в этом париться, типа, ну, кто-нибудь точно выиграет. А что написать? Креативно что-нибудь, да? Ну, что-нибудь такое, типа. Напиши, почему ты достоин татуировки, например, или почему, блядь, тебе нужна эта татуировка. Вот и все. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и прокачивайте свои мозги. Всем удачи!